15 марта в здании Дома культуры «Буревестник» прошло собрание жителей поселения Молковское, на котором был заслушан отчет администрации сельского поселения о работе за 2015 год. Во встрече с жителями принял участие глава Ленинского муниципального района Олег Хромов, который перед отчетом совершил объезд территории поселения, в частности, посетил новый строящийся в микрорайоне Новомолоково детский сад. В присутствии первого заместителя начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области судебные приставы на основании исполнительного документа, выданного арбитражным судом, приостановили на 90 суток строительство торгового центра в поселке Развилка. Данный объект находится на особом контроле и в администрации Ленинского района, и в Главстройнадзоре Московской области в связи с неоднократными жалобами жителей, в том числе и на портал «Добродел». Восемнадцатого марта в детской школе искусств города Видное состоится отчетный концерт эстрадно-джазового отделения. Начало 18:30, вход свободный. Девятнадцатого марта в Центральной библиотеке города Видное пройдет мини-фестиваль любительских театров. На сцену выйдут коллективы «Маска и ключ» из города Видное, а также гости из Домодедовского округа, «Образ» сельского дома культуры «Русь», «Образ» и «Ключ» Краснопутской общеобразовательной школы. Начало в 15 часов, вход свободный.